Я предлагаю всем сегодня начать использовать его в качестве разминки, а дальше вам покажу еще и технические действия. Итак, так как общей разминки не было, кстати, снимите пыль. Обычно вы стоите, ручки у вас две у головы. Здесь получается одна навстречу, вторая под линией, ну, чуть опущена. В момент удара вы проводите блок как предплечьем, так и со скоком самого пояса. Сейчас я покажу. И именно это движение мы будем с вами отрабатывать. Что происходит? Кольцевые движения. Вот переклад. И дальше, соответственно, в зависимости от его движения, ну, в данном случае самый простой. Подгиб. Давай, просто. Еще раз. Кольцевые, да. Еще раз. Кольцевые. Подгиб. Перехват. Сюда. Еще раз. Подбив. Вот эта фиксация, самое главное. Здесь вы можете делать различные другие еще приемы. Вот в эту сторону, назад и так далее. Важно. Первое. Блок. Блок, конечно же, фиксируется предплечьем. Здесь резкий соскок и продолжение движения по вектору направленности. Прижимать плотно руку, локоть к локтю. Ну и дальше делаете там, сбив с подхватом. Вот я просто взял. Еще раз все просто взяли. Очень далеко сюда не уводите, ближе к локтю. И движение должно быть вот. Вот движение. Вот движение. И, соответственно, у нас идет движение сотулке, блок. Соскальзывание пояса и сопровождение руки. И тут идет резкий перехват. Вы можете и в эту сторону ее уводить. Попробуйте. Пара. Внимание. Да, надо работать. Да, отрабатывать вот это вот движение со скока. Постоянно. Ну и сам блок сотулка. Ос! Ос! Спасибо! Спасибо!